здесь преимущество селфи-палки. Во-первых, селфи-палкой можно удобно получить хорошие снимки, фотографии, пейзажи. Второе преимущество. На селфи-палке имеется кнопка фото, видео, Bluetooth. Ну, на разных, смотря какой. И как я стабилизирую изображение с помощью селфи-палки. Обычно я прижимаю корпусу край палки и второй рукой держу и плавно поворачиваю влево-вправо. В итоге у вас изображение будет. Также селфи-палку можно использовать как штатив. Я вот прикрепил к дереву палку на скотче. И можно использовать, делать снимки, видео и многое другое. Зато... Хорошо получаются виды с машин, поездов. Шестое. Съемки с опасных объектов. Ну, скажем, если вы не можете до чего-то дотянуться и вам надо что-то заснять, тоже очень удобно. Также у селфи-палки имеются углы поворота камеры. Восьмое. Преимущественная съемка при толпе. То есть, если вы стоите где-нибудь сзади, а вам нужно вперед, вы можете просто достать свою палку и вытащить, и снимать спокойно. Некоторым животным нельзя подходить сильно близко. Поэтому желательно, конечно же, снимать их на палку свою.